Выдвижение кандидатов на выборы в Государственную Думу завершилось. От Донского региона за мандаты будут бороться 58 претендентов. Еще 103 надеются попасть в Думу по спискам партий. Политологи прогнозируют, что в парламент попадут от 12 до 14 ростовских выдвиженцев, а сами выборы в этом году будут конкурентными. Сейчас кампания набирает серьезные обороты. Мы уже сейчас видим, что идет конкурентная борьба сложная в 150-м округе Нижнедонском. Там достаточно молодой Антон Гетто от «Единой России» борется с Михаилом Васильевичем Емельяновым, да, который уже 26 лет депутат Госдумы был, да, баллотировался от «Яблока» и от «Единой России». Сейчас он от «Справедливой России» идет. Кроме федеральных выборов, голосование пройдет и внутри нашего региона. У нас в Ростовской области есть и до выборов заксобрания, проходящие по Азовскому району, городу Азову, Азовскому району. И также у нас 4500 выборов. Это местное самоуправление на уровне поселковых администраций по всей Ростовской области происходит. Везде есть конкуренция. Не везде, нету нигде абсолютного победителя сейчас. Есть сильные люди, которые ведут, лидерами кампании есть, а есть люди, которые пытаются догонять.